давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет. Здорово и здравия. Здорово и здравия, да? Если вы любите бокс, это видео для вас. Вечер бокса от PBC Promotions закончился. Вечер апсетов, я даже не знаю, что тут сказать. Два прогноза мы давали на эти бои. Один зашел, один не зашел. Проиграл Джервин Анкахас. Черт знает кому. Приехал парень, который меньше него, ни с кем не дрался. И просто лупил его. И Анкахас там сопротивлялся. Но, в общем, проиграл Анкахас. Тут прям сильно разбирать не будем, потому что там просто была драка, в которой Анкахаса перебивали. Вот просто перебивали, если вот прям не вникать в манеры ведения боя. Потому что все равно эти веса, скорее всего, никто не смотрит. Вот просто ради ставок кто-то посмотрел. И победил досрочно Гэри Рассел. Тут у нас прогноз зашел точно. Но, знаете, он победить победил. Но досрочно он победил на бумаге. То есть сошлось, вот, как бы сказать, все самое лучшее. И как бы и ставочки у всех зашли, кто взял досрочку. И Постол сохранил здоровье, потому что никто его не нокаутировал. Его просто потрясли, а рефери решил остановить бой. И, в принципе, мы увидели, как вам сказать, мы увидели, на что способен Гэри Рассел. У него есть определенные проблемы с выносливостью. Когда соперник не забивается, а Постол незабиваемый боец, он начинает брать определенные паузы. Но, в принципе, 5 из 10 раундов он реально работал в высочайшем темпе. Он перебивал Постола очень сильно, прессинговал, давил. Но те раунды, где он брал паузы, где он на дистанции пытался что-то, там у Постола многое получалось. В общем, Виктор Постол проиграл на бумаге досрочно, поэтому прогноз зашел. Там, я думаю, ставочки люди сделали, что-то заработали. Где-то проиграли, конечно, вот Анкахас проиграл, Тейлор не победил досрочно. Но здесь вот, я думаю, ребята что-то заработали. И, ну что сказать, теперь у Рассела будут бои, где так уже не получится, где соперник будет не старый. Будем смотреть, что будет дальше. Как бы проверку прошел, но прошел с таким, с определенной неуверенностью. Еще в этом вечере бокса полностью проиграли Крис Колберт и Гильермо Ригондо. Ну, это, знаете, я даже не хотел давать прогнозы на эти бои. У меня чуйка была, что они там все попроиграют, вот как Канат Ислам. По какой причине? Потому что это бойцы, ну, вот американской, кубинской манеры ведения боя, любители, не бьющие. И им дают как бы бойцов непонятных. Поэтому они, если не подготовятся к бою, они всегда проиграют. Вот как недавно Райана Форда, помните, избили, ему нарисовали победу. Здесь просто избили Колберта и Ригондо, и мне нарисовали победу, вся разница. Поэтому, ну, что я могу сказать. Я говорил, что, вот когда-то я говорил, выбьют всех британцев. Их всех уже выбили, остался, да, никого не осталось. Сейчас потихоньку начинают выбивать всех остальных. Всю непрофессиональную манеру ведения боя начинают выбивать. А выживают только те, кто изучает профессиональную манеру ведения боя. Поэтому вот этот, как его зовут, Кэттерал, он к своей любительской манере прибавил очень много работы в клинче. Именно вот такой борцовской работы в клинче. И посмотрите, с Тейлором, хоть Тейлор и сказал, что он не мог сделать вес, поэтому в такой форме отвратительный был. Я думаю, там не только вес, я думаю, он и не готовился к бою толком. Но разговор о том, что Кэттерал улучшился, и теперь у него есть какие-то шансы выжить в боксе. Гэри Рассел, ну, с функционалкой решить вопрос, а так работает хорошо. Прибавить надо функционально. А все остальные, видите, всех выбивают, все падают, все сыпется. Вот Анкахас, видите, дистанционный боец, который вблизи работает с открытой головой, и его просто побили. Вот просто побили. Вот подошли к нему на эту ближнюю и побили, он не смог оторваться. Привыкшие соперники посмиренней. Хотя были как бы прущие вперед, дерущиеся, но он их выигрывал. Этот послабее, я считаю, но он в этот раз он не выиграл. Поэтому бокс, ребята, знаете как, и он не то что даже меняется, он исцеляется, он выбивает все ненужные элементы, поэтому проигрывают все эти канаты ислама. Вы сейчас прикиньте, этот пенсионер бы с этой непонятной манерой еще бы выступал. Выбили этого Колберта, выбили, там говорили, что Колберт чуть ли не новый Майвезер. Ну, может быть, может так бы и было, но видите, бокс не хочет их. Выбили Ригондо, ну, 40-летний пенсионер, так, в принципе, и должно быть. А вот эти бойцы, они на плаву. Гарри Рассел на плаву, пусть и с таким с трудом. Ну, я всегда говорил, Матиас, скорее всего, самый сильный в этом весе, скорее всего. И, ну, скорее всего, так и будет. Ждем теперь бои. Один прогноз зашел, один не зашел, вечер апсетов закончился. Кто заработал, кто не заработал, ну, тут уже...
кто на что ставил.